Компания Моретто при поддержке официального дилера в России, компания Политехника, представляет оборудование для выгрузки сырья из октабинов «Октоматик». Октабин на палете устанавливается в устройство погрузчиком. После оператор запускает процесс растарки. «Октоматик» осуществляет растарку октабинов весом до 1500 кг. Устройство опрокидывает октабин, и гранулят разгружается в емкость для дальнейшей пневмотранспортировки. Благодаря держателю октабин не выпадает, когда растарщик наклоняет его для разгрузки. Растарка более 12 октабинов в час. «Октоматик» — это запатентованное оборудование Моретто. Компания «Политехника» рекомендует растарщик октабинов «Октоматик» и благодарит вас за внимание.